Подписчики наши, смотрите, Алексей Иванович вот уже наварил тут такие направляющие. Вот это первая ферма будет. Вот, погода хорошая, дождя пока нет. Ну, чуть-чуть крапает, но, по-моему, не будет дождя. Так что скоро будет у нас пристрой. А, вот вода у нас, противопожарные меры, все соблюдено. Вот, только Алексей Иванович без очков у нас опять. Опасно. Да? Может, очки вам привезти у меня есть? Привези. Все, вот, смотрите, стойки стоят. Вот к ним будет крепиться ферма, крыша. В общем, прорезали проход. Вот такой вот у нас вход будет. Так что мы закончили, залили. Все хорошо, завтра будут сварочные работы. Все, конец рабочего дня. Укорачиваем лишнее. Оп, упало. На сварочный, да? Нет? Не попал на сварочный аппарат? Смотрите, уже три фермы. Алексей Иванович варит, а мы сейчас будем, наверное, траву рвать. Так, очередной этап у нас. Ну, мы чуть-чуть тоже здесь не сидели, сложа руки, вот немножко траву вырубили. В общем, приводим в божеский вид, потому что от этой травы очень много комаров. Пришлось от нее избавиться. Вот здесь чуть-чуть тоже была трава, поскребли немножко, вот сколько набралось. Вот, ну, дело движется. Хорошими темпами. Вскрыл я, видите, вот этот уродский лист оторвал оттуда, там, видите, что такое происходит. Это нужно по-хорошему, конечно, просто досками, чтобы можно было потом вместе с домом покрасить. А то вот этот белый лист, если мы покрасим, белый лист, он так останется белым. Ничего с ним, если только его отдельно красить, отдельную краску для него покупать, цвет дома. Вот. И еще там, в общем, какой-то, что ли, кусок USB сюда, что ли, присобачить. Не знаю, что надо придумать.